Приятный сюрприз для жителей Могилева. У города появился новый символ – лев. И не один. 4 бронзовые скульптуры установили на обновленном Пушкинском мосту. Реконструкция этого объекта в стадии завершения. Прообразом выступил редкий хищник-альбинос по кличке Джон. Артист цирка «Братьев Запашных», известный как исполнитель самого длинного прыжка с дрессировщиком на спине. Для скульптора могилевские львы стали самой значимой работой. Спочатку были вот такие эскизы, потом они зарабились больше, потом рабочая модель еще больше. А потом уже лепилась с глины в натуральную величину. Вельми допомагали браты Запашные, без их допомоги и консультации так само все было бы иначе. Скульптуры превышают натуральную величину хищника, установлены они по 2 на каждой стороне моста через Днепр.